Ну, давайте. Вот, в принципе, весь смысл о чем? О том, что все-таки меня много знает, ну, как-то, корреспондентов, да? И кто мне это предложил? Вот. Он тоже, например, там... Может, что-то знать, может, не знать. Мне какая разница. Я, хочешь будем, хочешь не будем, мне. Но весь смысл в чем? Если мы зарядим эту сосну, как сказать, мы создадим фильм, да? Ну, это, ну, года три. Это же будет сниматься. Ну, можно снять там за 2 года, но это, конечно, будет другое. Вот. И мы этот фильм пустим в США. Да не просто там, на Толстею. Там я поговорю. Вот, я говорю, все спецслужбы. Англия, Италия, Ирана. ФРГ. Они все меня знают. Я не знаю, что хотят. И они, ну как тебе сказать, даже на подводных лодках, да, мне разговаривали, пацаны, да. Иной раз, говорит, блядь, слушаем, говорит, блядь, дядя Федор разговаривает. Они, им просто это нравится. Дядя Федор, конечно, а вы меня иногда ебашите. Ну да, я согласен, иной раз мы разговариваем очень долго. Ну согласен, да, я с вами соглашусь. Я... Ну, представьте, вот даже на подводных лодках есть такое вот, что можно это все послушать. И, в принципе, вот эти крутят все. Мне даже слова я не могу это сказать, да. Не могу даже слова сказать. Просто, блядь, мы всех убьем. Я вот это слово говорю. Мы их всех убьем, блядь. Это специально. Да, да. Кого и за что? Да иди нахуй! Че ты здесь, блядь, появился? Я сказал тому, которому я сказал, блядь. А ты меня спрашиваешь, кого и за что? Ты вообще откуда пришел, блядь? Если ты спрашиваешь меня, кого и за что? Сучонок. Думай, что говоришь. Блядь. Ну я обосновал свою систему. А ты обоснуй. Ты мне задал вопросы. Я сказал, мы всех убьем их, блядь. Ну я не сказал про кого, блядь. А ты меня спросил, кого мы убьем, блядь. Значит, ты, сука, паскуда, блядь. Ты последняя тварь. И ну, ты не знаешь, с кем мы воюем. Ты не знаешь, блядь, нашу страну. Ну давай разверемся, блядь, в жопу-то, блядь. Одно и видно, что ты очень много всего знаешь. Никогда не думаешь своими мозгами. Промой их как следует, промой. Тебе их и так уже промыли. Какой ты злой, блядь. Ты такой злой. Вот у нас есть злой, да? Он главное, он злой, но у него злой позывной такой, да?
Ну, всех всю дорогу лечь. Ну да, и наших украинцев, и нас, русских. Ну тебе вот, что здесь надо? Вот, ты сейчас пришел. Я говорю, ну, ноль. Ты просто полный ноль. И что бы ты здесь не говорил? Даже...